напоминает картинка. Так же начинался ролик первой серии. Мы вернулись на исходную локацию, где все и начиналось. Это финал 10 серии. Сейчас начнется самое интересное. Их осталось пятеро. Их привели на пункт назначения, можно так сказать, там, где все начиналось. Встречает та же стеночка. Вот эти вот прикольные чуваки. Всем приятного аппетита! Все начиналось, и все закончится здесь. Да, да. Да, сейчас. Вы ожидали, то, что мы вернемся сюда еще раз? Да. Да? Вот, здорово, Андрюх. Здорово. Да. Что там есть? Может, что-нибудь расскажешь? Поел. А, подожди, как всегда. Мне кажется, мы от него никогда ничего не узнаем. Видишь, договор состоялся, тебя опустили. Да, так мне куда пустили-то? Я буду сидеть здесь сейчас. Что-то у нас тут, оп-оп-оп, ничего себе, тут у нас какие звезды, салам алейкум, всем-всем-всем, кто здесь, тут, на ракете. Татьяна, скажите пару слов, вообще вот, вы продержались с ними, грубо говоря, весь месяц, да? Да. Жалко расставаться уже? И очень теплые отношения сейчас. Уже, да? Конечно. Уже, мне кажется, последние серии 3. Mm-hmm. Очень волнительно. Сама переживаю, когда каждый герой уходит. Да. Не только инвестор действительно выбирает сегодня, но и наши стартаперы сегодня будут выбирать, пойти ли к этому инвестору. Mm-hmm. А, даже так? Ну, конечно. Боится. А что это, типа кто-то известный, что ли, или что? Почему ты с ним фоткаешься? Почему ты с ним фоткаешься? Он известный? Я подвергся стадному чувству. Все понятно, стадо, как все дорешало. Все. Стартаперы, давайте. Давайте. Стартаперы. Раз, два. Блять, сюда нельзя. Нельзя, сейчас видно будет. Теперь наша цель выйти из толчка беспалевно. Две двери держите. Дим, аккуратно. Почему? Чего вообще вышли-то? Что произошло? Сейчас питчинг будет. Рассказывать презу будем. Пичить. Да. Ты будешь рассказывать? Тет на тет? Да, ну типа да, по очереди. Че, как, есть какой-то мандраж, что-то интрига, чего-то? Чего ты ждешь вообще? Безусловно, есть интрига, мандраж. Смотри, суть в том, что будет предложение каждому. Угу. И условно говоря, если каждый согласится тупо на бизнес-ангела, он остается у бизнес-ангела. Это тоже инвестор, да. А, но предложение тоже может быть разным. То есть подожди, получается, вы в любом случае, вы сегодня все уйдете с плюсами, типа не с минусами, так, да? Нет. Я понял. Если отказываются от бизнес-ангела и идут к инвестору, а инвестор дает отказ, уйдем ни с чем. Ну что, как? Интересно. Прям переживаю за ребят, да. И очень много интересного для себя почерпнула. Тебя тоже отправили к кому-то ожидания, да, грубо говоря? Нет, я в конце его разорвала, когда он говорит, ну, агентство не всегда разваливается. Я говорю, ну, а White Wheel? Он такой, ну, согласен. Что? Ну, я другое агентство привела в пример, которое точно не развалилось. Ну, понятно, когда цель, модель. Короче, размотала ты его, да? Ну, я держала свою позицию. Кому вы отдаете свой голос? Или пока никому еще? Андрею, конечно. Андрею? Конечно. Ну, вообще, мне понравилось, что Макар разбирается. Я не разбираюсь в тонкостях, но а вдруг там что-то крутое. Mm-hmm. Оп, проходим. Ой, да какая красивая у нас сегодня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Марин, здравствуйте. Вы на протяжении с нами самой первой серии, самого основания, уже финал сегодня. Да. Как вы вообще рассказываете? Как эмоции? Для кого вы бы отдали свой голос? Шикарный проект, масштабный. Действительно, это что-то новое. Mm-hmm. Я не припомню такого на телевидении нашем. Вот так. Поэтому я, конечно, болела за всех участников, желала всем удачи. Mm-hmm. И сейчас в финале действительно пятеро самых лучших, и не только по версии их мамы. Mm-hmm. Поэтому, конечно, я желаю удачи всем. Снято. Как вам шоу? Как все прошло? Офигенное шоу. Мне нравится. Вы этого ждали? Да. Что все будет именно в таком стиле? Да нет, почему? Мы отдавались судьбе. А, вон как все. Конечно. То есть все прошло по фристайлу? Конечно. Тут ничего постановочного не было абсолютно. Mm-hmm. В этом вся ценность, вся прелесть. Это да, это точно. Хотели бы кого-то выделить, Денис, из всех стартапов, которые они, были сегодня? Они, конечно, по-своему все интересны, просто не все интересны. Не, вот именно для вас. Конечно. Андрей, да. Андрюха, который занимается лесом, да? Да, лес, да. Это большой проект, который может очень сильно... Плюс еще принесет большой плюс и миру. Да. Вы его поддерживаете, получается? Да, буду поддерживать. А, все, то есть вы с ним уже доколлаборировали? Ну, да.
Видите, как у вас совпали пиджак с вашим нарядом? Мы договорились. Да. Мы договорились. Я за него болею. Цвет победы. Совпадение? Не думаю. Не думаю. Че, вы все уходите? Да просто мы в тренде. Да. Че? Заупа? Она сказала заупа. Она сказала залупа. Она сказала залупа. Расскажи мне. Да, ну какая-то этот. Он сразу же был с определенной историей, уже с каким-то мнением. Тебя-то. А? Плохо. Ну, как бы, что-то никто особо-то не впечатлен им. Очень напряженная обстановочка. Все подходит к финалу. Видите, сколько лиц сразу же смотрят в один экран. Но сейчас очень стрёмная ситуация, потому намного. Что чувствуется, что хороших ребят отобрали. Макар не готов, хотя я очень сильно за него переживала. Причем все. Таня сырая вообще. Ну и, соответственно, у нас кто свои? Антонина. Антонина. Угу. Расклеилась она. Возможно, но устала. Устала, то есть она немножко поплыла. Я не представляю, как сейчас инвестор будет выбирать, я бы никого не взяла. Знаешь, в чем ошибка была? В том, что ты себя настроил на то, что ты должен пойти был к ангелам. Понял? Ну да, 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 да. Все, и это ситуация, которая вышла из-под контроля. Включись. Ну давайте, мы здесь не будем тянуть как бы интригу. А, Макар, я не готов инвестировать в твой проект. Макар, они готовы, прикиньте, все на него болели. Молодец, все болели. Я прочитал ситуацию, я рассказал. Антонина победила. Молодец, молодец. Че, Марин, что скажете вообще? Вы ожидали такого поворота, то, что Антонина выиграет? Ну, неожиданно, Хитер. Хитер, тайный, да? Тайный инвестор, да. Получилось, да, все-таки. Да. Никто не ожидал. Вы в шоке от такого поворота событий? Конечно, в шоке. Но она молодец. Она молодец, да. Вы болели тоже за Макара? Мы за Макара болели, да. Капец, да. Макар, ты всеми любимчик. Ну что, вы довольны выбором инвестора? Ну, в принципе, да. Мне очень понравилась позиция Антонины. Угу. Она действительно пришла сюда не за деньгами, она смотрела глубже. Потому что контакты, возможности, да, инвесторов, они зачастую намного больше, чем просто бумажки вот эти вот денежные. Поэтому... Это верно. Да. Выбор правильный. Тоня не прогадала. Все пришло к тому, что надо, тоже, да. Аккуратное сближение, правильная работа совместная может привести к большим успехам. Да. Ну и очень порадовало, конечно, то, что Денис решил помочь нашему замечательному Макару в дальнейшем найти для него инвесторов, ввести его в круг делового общения, потому что, конечно, с такими ребятами, талантливыми, молодыми, надо обязательно дружить. Надо присматриваться к ним. Тем более. Потому что не сегодня, так завтра он выстрелит по-любому. Да. Это точно. Тём, слушай, ну как тебе наши участники и почему ты выбрал именно Антонину? В целом участники молодые, неопытные. Mm-hmm. Но знаешь, есть такая фраза: фазана нужно брать на взлете. Вот я четко зашел в этот проект, чтобы найти своего фазанчика. И что потом его запустить, да, в ракетку? Ну, помочь ему взлететь в космос. Хорошо. Вот. Тони из финалистов самое. Ну, во-первых, у него опыт. Что и нужно тебе. Она пожила жизнь. У нее 4 ребенка. То есть, понимаешь, какой уровень ответственности? То есть, это не вот такое ветреное отношение к жизни или к бизнесу. А, не могу сказать, что у остальных ветреное. Просто там, чем моложе участник, тем больше рисков этого ветреного отношения. Тема психологии, да, я об этом не сказал, но эксклюзив тебе. Окей, мазё. Вообще, как ниша еще, то, что это онлайн-бизнес, это один тренд. Второй тренд – психология. То есть у нас такое время, и с каждым годом люди больше нуждаются в работе с такими экспертами. Особенно у нас в стране, где еще как бы там типа психологи и подобные эксперты типа не раскрыты. То есть в зарубежных странах там прям must have. То есть там у каждого человека есть свой финансовый советник, свой психолог семейный, да, и свой врач. То есть у нас, мы к этому идем, получается, да? Да, у нас огромный рынок, соответственно, на него будет спрос. С каждым годом, с учетом всех наших технологий и того, как мы быстро развиваемся, человечество, если говорить крупными мазками, ну, необходимость психолога будет еще больше, потому что у людей все больше проблем с разным связано, с динамикой жизни, с упущенными возможностями, с, там, со всеми, вот, то, что у нас в обществе сейчас развивается, будет еще больше провоцировать людей обращаться к этим специалистам. Все, Тима, тебе желаю удачи, ты приятный чувак, рад, что познакомился. Взаимно. Всего тебе хорошего, я надеюсь, ты сделал правильный выбор насчет Антонины, и вы взлетите, как две ракетки теперь. Андрюх,
Ну что, все, это финал уже. Это финал, но мне ее надо закончить. Да. Че, Андрюх, ты режиссер, я правильно понимаю, да? Да, есть такое. Че снимал вообще, какие твои проекты такие знаменитые? Ну, или чем ты гордишься? Не, чем ты гордишься? В личку кину. А так не можешь. Посмотришь. Не, не буду говорить. Не можешь. Кто знает, то знает. А почему ты не можешь рассказать, чем ты гордишься? Я сейчас занят. Я устал, я хочу просто сейчас отдохнуть. Все, окей, Андрюх, если попозже подойду, расскажешь. Че там, когда будет время тебе поговорить? Я скажу. Андрюха, здравствуй, попытка номер 4. Все. Чувак, давай до завтра. Дашь интервью какое-нибудь вообще? Чуть попозже. Чуть попозже, да? Андрей, приятного аппетита тебе. А, блядь, можно я поем? Да, конечно, можно. Что там? Я просто... Время есть поговорить? Сегодня поговорим? Да, у меня следующая сцена надо. Все понятно, все понятно. Что-нибудь расскажешь нам? Нет, чуть попозже. Чуть попозже, все хорошо. Обожаю этого человека. Короче, Андрюха это режиссер, как всегда, инкогнито. Никто не знает, что и как, но он режиссер. Что тебе могу сказать? До тебя голосовала вся семья, и многие до тебя были. Все практически, кто был, все ушли с плюсами. Да, да, все ушли с плюшками, отметили 4 человек. Это меня, это Антонину, само собой, победительницу. Кстати, Тоня, умница, если ты это смотришь. Саню и, соответственно, Андрюху. Ну, да. Вот мы четверо, мощный. Той Тимы, которые сидели вот здесь, вот за тем столом. Месяц назад. Да, месяц назад мы этой же Тимой ворвались в финал. И типа, бара-бара-бара-гам. Рад бы обнял, поднял, рад не, тобой не, знаком. Не, надо вот так вот. Давай. Ну что, подводим итоги этого всего не просто серии, а вообще всего проекта. Ну, конечно же, конец 10-й серии. Как вы видите, это все разбирает, все это уносит нафиг. И все это превращается обратно в Золушку. Да. Проект первого сезона стартап официально, можно сказать, закрыт. Это было интересно, это было классно. Так что, наверное, пора закончить. Все. Всем гудбай. Аливидерчи, с вами был я, Карамба. Проект стартаперы, первый сезон. Закончен. Ждем второго. Надеюсь, на второй меня позовут. Также все это комментировать и расследовать. Короче, ладно, в него поднял. Поцеловал.